Так. Мая. Двадцать первый год, Харьков. 3:59 по Киеву, Харьков. Пробую я третьим дублем снять. Сейчас попробую, попытаюсь попасть. Сатурн уже скрывается, он за горизонтом, если сильно повезет. Ой, за горизонтом, в рассветном небе он скрывается, а не за горизонтом. Повезло, я его увидел, а значит, сейчас его увидите и вы. Уже настройки ИСУ сейчас минимальная, то есть настройка светочувствительности фотоаппарата. Поэтому на улице уже практически светло. Ну не практически, а светло, можно сказать, уже почти как днем. В кадре такая темень. Целенаправленно установлена, чтобы видеть нам четче. Кольца Сатурна. Все, ничего не трогаю. Вот он, наш Сатурн. 1 423 000 километра до него. Вот у меня в окуляре даже ощущение, что я вижу полосочки какие-то. Но это у меня и в глазах уже могут быть полосочки. Я себя знаю. Так, хорошо. Поехали к Юпитеру. В предыдущем дубле рядом с Сатурном другие настройки светочувствительности позволили снять и спутник Сатурна. Впервые, кстати, по-моему, я его снял. А сейчас посмотрим на Юпитер. И поедем все-таки на работу. Уже пора. Пора, не пора. До Юпитера 5:00, потому как надо понимать, какого интереса я стал рядом с трассой, вместо того, чтобы снимать как приличный человек в полях. Еду я на работу. Так. Так что местоположение съемок локации ограничены. Да что ж ты будешь делать, никак я. Я ориентируюсь по спутникам. Вам-то спутникам, наверное, не видно на экране. А мне слева от Юпитера видна Европа спутник. И Ганимед сейчас появится слева на экране. Вот он появился. Не, на экранчике телефона, давай телефона, фотоаппараты даже не вижу их. Только в окуляр. Полосы вижу шикарно просто. Сейчас я уменьшу выдержку. Полосы будут еще поконтрастнее.
А с нервами у вас еще похуже станет, потому как дрожание добавится. Так, что мы видим? Я вижу прекрасно, великолепно, замечательно горизонтальные, параллельные горизонты, то бишь полосы Юпитера. Очень классно. На экранчике, конечно, не видать, а вот в окуляр это просто знатно выглядит, ветерочек. Ладно, давайте сейчас вернемся к Луне. Как я и говорил, пытаясь перекричать шум городского транспорта, у меня временные, пусть и временные ограничения, надо ехать на работу. А Луна катится по проводам. Да, надо уменьшать выдержку, иначе ничего мы не увидим. С другой стороны, на фоне провода хорошо было видно. Опа, пролетели птички. С какой скоростью движется Луна? По небосводу опускается к горизонту. Где провод? Ух ты, как ты шикарно пролетела, в кадр попала пташка. Давай мы сейчас на линию терминатора наведемся. Пускай наша красотулька Селена проползает сквозь кадр самостоятельно. О, и не хочется, но надо ехать. Но обещают нам дожди на ближайшие дни. 4.07 по Киеву уже. Ой, как надо ехать. Вот тебе и провод. Вот он. Хорошо, надо ехать. 4.08 по Киеву в Харькове. Пятница, 28 мая 2021.